Стиль – это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стиль есть не у всех. Ребята, вы знаете, что мужчины – это большие взрослые дети. Для того, чтобы сделать тюнинг выхлопной системы, не нужно быть молодым студентом, а нужно быть просто увлеченным своим автомобилем. К нам приехал Азамат на установку вакуумных заслонок. Это более такая дорогостоящая и взрослая тема, потому что можно выключать и делать комфортный режим в салоне, и также при хорошем настроении открыть и позажигать немножко на машине. Азамат, расскажи, пожалуйста, про машину немножко и про то, как ты решился все-таки сделать тюнинг выхлопной системы. Ну, как бы машиной я владею недавно, был в Москве проездом, сам сухой. Всегда смотрел эти ролики в интернете. Ну, думаю, что это все время смотреть. И решился, короче, пока нахожусь в Москве, думаю, установить такую выхлопную систему. Как-то так вот. Точно 100% сказал, мужчины – это взрослые дети. Нарвался на нас, на ультравыхлоп, посмотрел ролики других компаний. В итоге на Молодогвардейском мы сейчас здесь стоим. И вообще, в целом, первые впечатления вот сейчас только что послушали. Вы лучше вот сюда вот встаньте. Вот сюда вот прям, вот сюда. Вставайте. Самая основная наша задача, чтобы они всегда работали. Включать, выключать, по настроению. Чем чаще вы будете это делать, тем они надежнее, долговечнее потом будут работать. Каково вообще вот первое впечатление? Ну, без прикрас. Я сейчас скажу, вроде взрослый, да, человек, как бы радости особой там нету, да, но здесь как ребенок я радуюсь, если честно, сейчас. Вот как-то так. Спасибо большое за позитивные эмоции и удовольствие от звука выхлопа. Все, рекомендую. Будем рады, то, что такая машина и с таким выхлопом. Теперь она поедет в Уфе, и в Уфе будет раздавать. Конечно, днем, конечно, не в ночное время суток, конечно же, не под окнами, а все очень чинно, аккуратно, благородно. Именно вот под стать, мне кажется, вот человеку сделан. Спасибо вам за просмотр, поставьте лайк, и до новых встреч. А мы поехали слушать на улице его. Прокатимся разочек. Еще раз впечатления все увидим, слышим. И попрощаемся. Ну, я в восторге. Радуюсь, как ребенок. Вот она еще, когда в процессе езды, она еще погромче становится. Mm-hmm. Вот сейчас вот... Ну да, там обороты будут же, да. Двигатель уже нагружается, mm-hmm. и погромче она становится. Это вообще просто. Поздравляю еще раз. Все, спасибо большое. Рада стараться. Рад. Стас, я тебя поздравляю. Замерз, наверное.